были вы? Нет. Вы не были. А Долматов такой сотрудник полиции был с вами? Нет. Я так скажу, для вас это звоночек. Вы все прекрасно, и вы понимаете, мы понимаем. Да нет, все. Для вас это звоночек. Я просто предупреждаю, что я за руку поймаю. Свежие новости из Санта-Барбары. У них есть деньги. Они обладают властью. У них есть все. Все, кроме покоя. Нет, это невыносимо. Семейный бизнес наконец-то наладился. Компания спасена. Но кто спасет самих Кэтфолов? December 6, 2017, примерно в полночь, на проспекте Революции, в районе кинотеатра «Пролетарий», город Воронеж, посреди дороги на автомобиле «Сан-Кьон Кайрон», госномер «Константин 493, Сергей Рита, 36 РУС», заснул за рулем пьяный сотрудник ДПС Полухин А.В., который служит на Курском посту. Данный сотрудник был направлен на медосвидетельствование. Соответствующий административный материал оформлен. Состояние опьянения установлено. Информация предоставлена очевидцами. Торжественно вручим замечательному в кавычках сотруднику Полухину вот эту вот черную метку. И мы будем на заметку. Каждому сотруднику ДПС, и не только ДПС, а вообще в принципе любому должностному лицу, который проявил себя, по мнению общества, не с той стороны, с которой нужно было себя проявить, ну точнее противоправно, мы будем ее вручать. Это метка ЧМО, черная метка общества, который мы именем общества приговорим его к общественному порицанию. И данный приговор обжалованию не подлежит. То есть ЧМО по жизни. Смотрим. Здравия желаю. Что случилось? Отдыхать. С дороги едем, решили отдохнуть. Извините, пожалуйста, есть возможность? Чтобы... Документы будьте добры, кстати говоря. Вот там полиция, ваша моя фамилия, Санара, пост ДПС. Ага. Так, вы откуда сами, извините? Мы с Павловска едем. И попрошу, это самое, пассажир, пост документов. Сами понимаете, времена сейчас тяжелые. Ага, само собой. Есть такой документ с собой? Откуда? С Павловска, да? Ага. Ну, я с собой тоже документ не беру. Тамонову, ну, мы сейчас, блин, катаемся.
ваши документы попрошу, пожалуйста. Я сам не увожу. Вы знаете, прекрасно, сейчас это самое большое. Люди уже спят, сейчас вы тоже сходите. Вдохнем. А вы что, вы мы едем в этот, в Междевицах. Друзья. Ну, по друзьям сейчас катаем. Сам не понимаю, что это самим. Ага. А подверг заблокирован. Что не надо? Все откроет, пожалуйста. А зачем? Лесу, потому что я не могу знать, кто там находится. Ну, ребят, ну спят, отдыхают, ну что это самое. Пожалуйста, будьте так любезны. Молодые люди. Меня, пожалуйста, снимать не надо. Да ладно. Я сразу предупреждаю, вы не мешайте мне работать. Вам никто не мешает. Не мешаем, глаза не, не надо, пожалуйста, это самое. Пока пошли, пошли, нормально. Пошли дальше. Пойдем, пошли. Да, пойдем. Вам, мы вас попозже побеспокоим. Пойдем туда сейчас. Да вы можете посидеть, да, просто вы можете пройти, да. Можете не пройти вообще. Это... Боже, мы еще раз поясняем, вы мне мешаете работать. Да вам никто не мешает, я говорю. Вы даже свет можете включить. Я с вами вообще, извините, так, вы просто отойдите. Вы, да, отойдите, вы пожалуйста, еще раз, ко мне не приближайтесь, ко мне не приближайтесь, хорошо? Мы к камере приближаемся. Мы опасаемся за камеру. А я опасаюсь за свою безопасность. Вот, вы боитесь за оружие, я не боюсь. А я не хочу завладеть вашим оружием. Вот, пожалуйста, вы за мной идете? Нет, мы идем в ту сторону. Так получается, что мы вместе идем. Есть два вопроса. Просто товарищ Вадик, мы сейчас проверим все документы, все документы проверим. Все, конечно. Здесь не надо снимать, еще раз объясняю. Еще раз объясняю. Здесь не надо снимать, у нас есть документация находится. Оружие. Пожалуйста, здесь не надо снимать. Пожалуйста, можете там снимать, не мешайте, пожалуйста. Еще раз поясняю. Не мешайте, пожалуйста, работать. Дабы, дабы. Сейчас будет вызвана опергруппа. Хорошо? Вы, пожалуйста, пройдите туда. Пожалуйста, послушайте, пожалуйста. Вы, пожалуйста, пройдите. Можно не трогать. Я с вами не разговариваю. Не трогать ручку. Пройдите, пожалуйста, вниз и все. Не надо трогать ручку. Мы пройдем, не волнуйтесь. Хорошо? Мы пройдем, не волнуйтесь. Все. Слышишь, попал дело. Ходи, как в тот раз. Езжай, езжай. Бесплатно! Так, когда я скажу, он бесплатно проехал, бесплатно. Ему сейчас с него денег никто не возьмет. Бесплатный пост. Две машины бесплатно проехали. Но это такого пункта не любят. Послушайте, пожалуйста, капитан полиции Барышева, отойдите, бред, пожалуйста, от патрульной машины, пожалуйста, отойдите. Вы загораживаете прежде всего. Вот, не надо мне, вы загораживаете, совершенно верно, запись. Запись, хорошо, отойдите, пожалуйста. Пройдите, пожалуйста. Мы туда, еще раз поясняю. Здесь пешеходный переход. Абсолютно здесь на пешеходном переходе перепарковали. Еще раз мы поясняю. Не будем разводить демагогию. Проезжая часть. Вы если мешаете вы, нашей если вы работе. Вы считаете, что мы что-то нарушаем, давайте я вам так. Еще раз поясняю. Если вы считаете... От патрульной машины отойдите, Далматы, пожалуйста. Уважаемый, я вам еще раз поясняю. Еще раз поясняю. От патрульной машины отойдите, пожалуйста.
От патрульной машины, пожалуйста, отойдите, молодые люди. Еще раз поясняю, отойдите от патрульной машины. Хорошо, что вы отойдите от нее, пожалуйста. И не приближайтесь, да, мешаете осуществлению нашей. Абсолютно вы не правы. Поэтому отойдите, пожалуйста. Мы здесь, пожалуйста, нет, вам не мешаем. Вы сейчас к нам еще подошли. Раз, вы провоцируете. Ничего мы не провоцируем. А вы к нам подошли. Можно отойти? Все снимает видеокамера. Отойдите, ну так это хорошо для вашей безопасности же и для нашей. Пожалуйста, не мешайте снимать. Вот. Хорошо. И вы от патрульной машины отойдите. Мне это каким-то нормативным правовым актом запрещено заставить. Я еще раз объясняю. Вы мешаете работе, вы провоцируете. Мы никаким образом не мешаем. Вот, да вы просто отойдите, не общайтесь со мной. Не общайтесь с нами и все. Не общайтесь. Подождите, в проезжей части можно отойти? Нет, не машины сейчас, не дай бог. Задают, потом будут вопросы. Не разводите, не могу. Если мы что-то нарушаем, просто оформите. Вы пройдите с проезжей части, отойдите. Мы на проезжей части не находимся. Я смотрю за безопасностью вашей же, слежу безопасность. Отойдите с патрульной машины. Мы безопасно вот патрульные машины. Вы отойдете от нас, конфликта не будет. Вы его сами раздуваете. Конфликта никто не раздувает. Соответственно, просто мы здесь стоим. Мы здесь стоим. Вот, пожалуйста, стойте. Вас никто не запрещает. Пожалуйста, стойте. Почему даже по вашей указке? Я вам поясняю. Стоять именно машины там. Едут, отойдите, пожалуйста. Дабы не получилось наезд на пешехода. А вы здесь для чего? Для безопасности. Я вам поясняю. Вы сейчас видимы. Вы сейчас видимы. Вы мешаете нам работать. Никак не мешаем. Вот вы просто отойдите от нас, и никакого вмешательства не будет. У вас вежливо подходили чуть-чуть, здоровочка. Мы вежливо культурно отказали. Мы вежливо культурно отказали. Зачем здесь стоять? Вот здесь ну, если нам хочется, поближе, как говорится, исполнительной власти. Мы постоянно нервничаем. Мало ли, может быть, вы захотите туда проникнуть или еще что-то. Вы зачем здесь находиться? Вы не имеете волнения по этому поводу. Я вот имею волнение. Я говорю, отойдите, вот, 3-4 шага. За мной такого не было замечено. И снимайте, пожалуйста. Я думаю, здесь из нас или я куда-то проникну. Здесь дистанция достаточно близкая. Вам все будет видно. Отойдите в сторону. Мы для вашей же безопасности. Для нашей не надо. Мы сами а мы вот такие вот неравнодушные мы граждане. Мы сами позаботимся о своей безопасности. Отойдите, пожалуйста, в стороночку. Все, мы не можем. Вам вынуждены отказать ваши просьбы. Но вы специально мешаете. Нет, нам. Мы здесь стоим. Вы сейчас стоите рядом я с нами. Я расцениваю это, как стоит. Вы специально здесь. Мы просто здесь того, стоим. Без нарушений. Мешать нам работать. Подождите, вот мы сейчас здесь стоим. С какой что мы сейчас стоите? Вам делаем? С какой целью вы здесь находитесь? Это не важно. Мы обязаны вам докладывать. Как не важно? Да обязан докладывать? Нет, не обязан. Не я обязан, вас спрашиваю, вы с какой целью здесь? Вы по-человечески спрашиваете? По-человечески я вам или еще раз говорю. Полиции? Во-первых, вы сейчас находитесь, вы не один человек здесь стоите, вы стоите здесь коллективом, правильно? Определенно. Мы даже можем вам вот. Ради мало ли, будем устанавливать машину, темное время все. Суток, хоть и освещено, но все равно не каждый водитель может увидеть. Во избежание каких-либо эксцессов, вот, то есть наезда отошли, на пешехода или отошли. Еще что-то. Мы выполнили. Отойдите, пожалуйста, в сторону. В качестве безопасности мы находимся именно здесь. Мы здесь находимся и будем здесь находиться. Осуществлять свою деятельность, а вы свою деятельность. Молодой мы вам человек, никак не препятствуем. Вы занимаетесь в данный момент сейчас провокацией. Чем никаких я вас провоцирую? Ладно, нету. Давайте, чтобы отойдите, голосово было, чем я вас провоцирую? Вы сейчас все. Стоите со мной, полемику разводите. Я просто прошу вас, не разводите, исполняйте свою служебную обязанность. Вот и все. Вы этого не хотите делать. Около служебного исполняйте объекта. Не прямые здесь. Свои не обязанности. Не надо здесь отираться около служебного объекта. Чуть-чуть во-первых, в сторону, для сведения мы не отираемся, а здесь находимся. Я же не использую в отношении вас, что вы здесь отираетесь. Пожалуйста, я вас прошу. Так что мы здесь находимся и будем осуществлять видеосъемку. Для вашей безопасности, для безопасности граждан и для нашей безопасности. Все. Мы никаких законов не нарушаем. Если бы мы нарушали, вы нас бы оформили. Вот интереснее ничего не придумали. По поводу чего? Для чего вы здесь вообще находитесь? Мы знаем, для чего мы здесь находимся. Так и мы знаем, для чего вы здесь находитесь. Потому что вы постоянно занимаетесь провокациями. Но это голословно. Нет, почему? Это не голословно. А в чем провокация? Это не голословно. Ну тогда поясните, это в чем заключается наша провокация? От граждан постоянно слышу то, что вы начинаете провоцировать. Вы конкретно, давайте скажите, постоянно. Что конкретно предъявите нам? Я не собираюсь с вами разговаривать вообще на эту тему. Ну тогда ладно. Я вам высказал свое мнение. Не нужно было начинать на эту тему говорить. Все, пусть здесь. Не надо. Смотри, нам парусом хаши. Смотрите, от машины отошел. Просто от машины, дайте, на проезжую часть только не выходите. Все, отлично, все хорошо. Нас сняли, мы вас сняли. Занимайтесь, пожалуйста, своими обязанностями. Нет. Пожалуйста, только на проезжую часть не выходите. Да, ну, мы если перейдем, то по пешеходному переходу. Вопросов нет. Все, отлично. Кино окончено. Кстати, что с тем замечательным чаем, там, ну, сейчас с передачкой? Съели? Вам поговорить нечего. Я просто спросил. Вам поговорить. Вы можете отвечать либо нет. Еще раз поясняю. Вы еще раз говорю. У вас своя работа. Чем я не знаю, чем я вы там занимаетесь. Я просто заинтересовался. Вот, не надо вопрос. Мешать мне работать. Вообще никак. Даже записали не хватался.
Если бы хватились бы вас... Я бы застрелился бы сам. Чтобы не вы меня застрелили. Ваши документы не вынимали из непосредственно. А что, прям ты вот в обложке отдавал, да? И в приняли уже тогда? Да. А вы же знаете, что вы нарушили. В обложке мы не вынимали. Нельзя. Можешь не беспокоиться. Передавали в обложке, да? А он в обложке принял. Нарушение приказа. Не имели права этого делать. Даже здесь накосячили. Вроде вот вы всегда идеально службу несете. Ну, по крайней мере, на камеру. А тут такой еще раз, мужчина, вы подбирайте слова, пожалуйста, хорошо? Вы слова подбирайте, уважаемый. Вадим Юрьевич ко мне может обращаться, разрешаю. Для кого ты, Вадим Юрьевич? А для меня молодой человек, мужчина. Сколько же вам лет, молодой человек? Когда будем оформлять вас, ух ты, и выписать административную прошение, потом вы будете, Вадим Юрьевич. По чем, по 12.8 или 12.26? Мы определимся. Определитесь, вы сами придумаете? Ух ты, а что это вы решили, что я нарушу? Вы больше нарушите, чем я. Еще раз поясняю, слова немножко выбирайте. Выбираю, я даже это мягко сказал. И не провоцируйте меня на конфликт. Я мягко сказал. Хорошо? Я мягко сказал. Вот берите пример с вашего вот коллеги. Не вникает, вот сюда не подходит. Служит просто и все. Просто служит. Я вам рекомендую, как ваше мнение общественности. Вы должны обязательно учитывать мнение общественности. Мы сейчас здесь как от общества. Да, как от общества. Гражданин. Вы должны учитывать мнение гражданина. Мнение гражданина. Я услышал мнение гражданина. Учтите его. Будете. Я разберусь без вас. Нет, вы будете. Лично ваше мнение. Лично мое мнение. Вы прислушаетесь обязательно. Видите, какой хороший полицейский. Сам помог. Очень приятно. Ну, молодцы, молодцы. Сотрудник полиции просто записать и фиксировать, да, для протокола. А, помог гражданину растонироваться. Прям очень приятно. Прекращение правонарушения. А можешь поинтересоваться, с какой цели снимаете? Провоцируете нас? Молчит, ну ладно, пойдем. Не будем обращать внимания. Мы будем более умными. А вы, кстати, можно поинтересоваться? А вы случайно RAV4 новый не купили себе? Это не ваше. Ой, еще как мое. Просто ну вы так здесь хорошо устроились. Да вы что? Старенький RAV4 на новый RAV4 поменяли. С теми же самыми номерами. Посмотрите, по базе, если есть возможность, кому принадлежит данный трасс средств. Ну вы на нем ездите. Есть большая разница. Большая разница, ваша, прям большая разница. Объясняю. Не агрессивничай. Мы не по теме с вами разговариваем. Хорошо? Так вы, кстати, поддержали этот разговор. Я не поддержал, вы спросили, я вам отвечу. Хорошо, это не ваше. Это не ваша забота, моя, на чем я катаюсь. Моя. Хорошо. Забота. И вы не будете контролировать, будем, на чем я катаюсь. Будем. Хорошо? Будем. Вы на своей машине, за своей машиной смотрите. Я за свою смотрю и за вашей посмотрю. У меня нет. Вы же как бы слуга народу. У меня автомобиля нет, если что. Нищеброд. Как и я, у меня тоже. Это вы так считаете. Можете себя по-разному нету обзывать. Я себя не обзывал еще. У вас нет транспортного средства, вы на нем двигаетесь постоянно. Что на том, что на этом. Это мое право, на чем двигаться. Я по законодательству, что положено, так и двигаюсь. Вот так. По законодательству. Вы только не агрессивничаете. Я не агрессивничаю. Вы очень агрессивны. Я нормально сам. Не надо нас провоцировать, пожалуйста. Вы провоцируете меня. Пожалуйста, там вы снимание, там снимание. Алексей, пожалуйста, будь там. Я хочу, мне далеко как бы видно. Мне далеко видно, здесь, хорошо. На посту не надо снимать. Хорошо. Пожалуйста, туда пройдите, там снимите. Я хочу здесь побыть. Не мешайте, пожалуйста, работать. Я никому не мешаю. Никому не мешаю. Какой вот скажите, цели? Хоть одного человека, кому я помешал. Хоть одного покажите. Сотрудника полиции. Чем я помешал? Вы не будьте голословными, пожалуйста.
ваши высказывания. Работать. Будьте аккуратны, ваши высказывания. Я аккуратен. Неаккуратны. Вы оступились. Эту полемику мы не будем разводить. Вот абсолютно точно. Спуститесь и продолжайте служить. Я без вас разберусь. Нет, вы без меня не можете. Видите, я вам как порекомендовал исполнять служебный долг. Так что можно шагом марш. Это вы знаете, кому скажете? Шагом марш. Вам. Пойдемте, вам. Я вам кое-что сейчас расскажу. Я про вам говорю, да. Камеру положите, пожалуйста. Расскажите, расскажите. Камеру положите. Расскажите. Расскажите. С вами бесполезно разговаривать. Хорошо. Расскажите. Спрашиваю. Расскажите. Расскажу. Ух ты. Хорошо. Придет время. И ваше тоже. Я знаю. Вы знаете, о чем я говорю. Вы знаете, о чем я говорю. Нет. Давайте мы диалог свой прекратим, хорошо? Прекращайте. Бессмысленный вообще. Бессмысленный, прекращайте. Вы не работаете на том, что вы мешаете работать, хорошо? Вот вы отвлекаетесь сами. Мне служебное время, пожалуйста, не вопрос. Да? Да. Вы же будете сотрудником полиции все равно. Я хоть вне служебное время. Вы этим пользуетесь, злоупотребляете, я вам так скажу. Я никогда не знаю. Злоупотребляете. Это ваше. Я знаете, чем злоупотребляете вы? Вы знаете, чем вы злоупотребляете. И за рулем причем. Ваши догадки, это прям подтверждение. Пожалуйста, при себе, тому. Оставьте, пожалуйста. Вам выскажу, хорошо? Я вам выскажу все. При себе оставьте. Мое мнение для вас должно быть очень ценно. Смотри, мы появимся. Да ладно, хватит вам, ну что, ну, мне это хорошо видно, вас хорошо видно. Не надо здесь находиться, да почему хорошо вам оттуда видно. Я понимаю. Это территория хвоста, здесь не надо вам находиться. Вот давайте так, давайте вот. Давайте вот, вы нам не будете мешать. Я вам не мешаю. Вы откровенно мешаете нам работать. Я вот нервничаю. Вы постоянно отираете сопло патрульного автомобиля. Я постоянно здесь. И я вынужден отвлекаться, постоянно на вас обращать внимание. Я отвлекаюсь. Спуститесь, пожалуйста, вниз. Никаких проблем, вниз спуститесь. Я здесь спускаюсь. Вы сейчас, нет, здесь я вам не разрешаю стоять. Это территория хвоста. Ладно. Спуститесь вниз и там находитесь вы в закон полиции, правильно? Ну давайте, мы же полемики не было, все по закону. Вы в правом поле действуете. Скажите, вы в правом поле. Я вам еще раз говорю, да, я в рамках правового поля действую. Вот на территории хвоста. Здесь не надо находиться. Вы регламентируетесь нормативно. Вы так и пытаетесь. Вот камерой пытаетесь. Да ничем не пытаетесь. Вот, стойте и снимайте. Я с удовольствием выполню ваши законные требования. Оно должно быть основано на законе. Я прошу вас, пожалуйста. Я вам еще раз говорю. На территории хвоста съемка, нахождение посторонних лиц запрещено. Я спуститесь, не нахожусь на самом посту. Вы сейчас находитесь на самом на посту. Крыльце. На самом посту. Какая разница? Это территория хвоста. Спуститесь. Я не могу здесь фиксировать ничего. Здесь не надо. Я не могу здесь фиксировать, да? Здесь вот, на улице. Спуститесь, выйдите на улицу. Я это на улице это не улица. Это не улица. Это улица. Это не улица. Это улица. Я вам говорю, это не улица. Спуститесь вниз и там занимайтесь свои дети. Давайте, смотрите. Вы запрещаете? Сошлись на нормативный поворот. Я с удовольствием выполню ваши требования. Я безоговорочно выполню ваши требования. Сразу же. Просто сошлись на нормативный поворот. Я с удовольствием выполню. Ваши требования должны быть основаны на законе. Я его выполню, как только мне сошлют. Не вопрос вообще. А прям мгновенно. Сразу же. Здесь же. И сейчас. Не надо находиться здесь с камерой. Сейчас я смотрите, не надо, пожалуйста. Что-то кому надо, что я все прекрасно понимаю. Я с вами соглашусь только в том случае, я выполню ваше требование прям мгновенно, моментально. Я законопослушный гражданин. Прошу за себя. В таком случае я сейчас Петербурга вызываю. Договорились. Сейчас. Освободите место. Сошлите, чтобы я выполнил ваши требования. При оформлении материала я сошлю обязательно. Нет, все мне сейчас требуют. В данный момент сейчас покиньте территорию поста. Сошлите. Покиньте территорию поста. Вы отказываетесь? Я только буду выполнять законы. Вы отказываетесь? Я буду выполнять законы требования. Заснял? Все, я вызываю. Сейчас я вам хорошо, хорошо. Всего. Хорошо, хорошо, конечно. Я говорю, мы тоже засняли. Так, а теперь Вадиму пожелали счастливого пути. Пока! Наряд Павлович, старший санитар. Что здесь происходит? Мы общественно здесь контролируем дети сотрудников полиции. Вы случайно не по нашу душу? Да нет, мне просто позвонили. Тут какой-то граждан очень много. Все законно, мы ничего не нарушаем. Не, я просто узнать. Не, ну мы ничего не нарушаем, как вы считаете? Ну это еще пока не знаю. Ну не, мы вот по вашему мнению, вот сейчас мы здесь находимся, мы ничего не нарушаем. Ну пока вроде нет.
Да я еще, не дай бог, сяду, скажете, скрыться захотел. Я же, наоборот, здесь нахожусь. Вадим. Вадим, ну, там как бы не место для базового, правильно? Ну, а как быть? Вот сказали ожидать, мы вас ожидаем. Просто там граждане просто работают. Просто там не место для Багрева, правильно? Ну, может быть, можно какое-то сделать исключение. Ну, а вот если вдруг какая ситуация, вот я заболею, по вине сотрудника полиции Долматова. Это вы по своей личной вине? Нет. У вас нет. Вы сказали, оперативную группу ждем. По своей личной вине вы можете простыть. Возьмите 11. У меня было бы, я бы отдёрнул. Скажите, я сейчас свободен? Или я не задержан? Я свободен или задержан? Скажите. Пока вас еще никто не задержан, пока что. Пока что. Будут основания, задержите. Я не против. Главное, чтобы было все по закону. Хорошо. Я решил начать. Сейчас что-то будет интересно. Так, я понимаю, кофе отменяется, да? Здравствуйте. Я желаю, Борис Юрьевич. Что-то у вас, что случилось? У нас что случилось? Вот скажите, законные требования сотрудника полиции, когда я нахожусь вот здесь вот, вы у меня просят спуститься вниз. Насколько законно данное требование? Есть ли какой-то нормативный права, который меня обязывает выполнить это требование? Я не понял, значит, Владимир, что случилось с тобой? Ну, вот именно в этом все случилось. Вы приехали? Он сказал, вызвал оперативную группу, так как я не выполняю его требования. Законно. Почему? Вы не мешаете, что у нас? Абсолютно точно. То есть вы считаете, это требование незаконное, правильно я понимаю? Нет, ну, никак не мешает. Пока я вот на данный момент приехал. Ну, вот вы видите, вот Долматов как раз тот самый сотрудник. Сейчас мы все разберемся. Что-то у вас народу много, Владимир. Ну, это же хорошо. Раз, два, три, четыре, это, пять, наоборот, шесть, семь. Это, наоборот, понятые и все остальное. Понятые. Да, общественная безопасность, вы, общественный контроль. Я вам объясняю так, своими действиями. Господин Долматов. Вы никак не препятствуете вашей деятельности. Абсолютно точно. Вы занимаетесь своими... Вы сами себя отвлекаете. За надзором, за дорожным движением. Осуществляете функции. Мы все разберемся. А что, оперативный следствие? Так вот, опергруппа, я не знаю, какие действия сейчас будут проводиться. Мы все-таки что-то... А просто он сказал, что вызвал оперативную группу. Садел ее. А? Садел ее. А, еду все-таки садела, да? Понял. Так, мы приехали как бы Полухина проведать в связи с недавними событиями, вы в курсе какими. Ну вот, а он не выходит вообще никак. Мы, соответственно, мы здесь стоим, контролируем, может быть, наша помощь понадобится. Ну или контролируем действия сотрудников полиции против таких, чтобы коррупционные составляющие не было, мало ли вдруг что. Со стороны водителей или со стороны инспектора. Все инспектора трезвые, все нормально, чистые. Я вот вызывали ответственность в связи с тем, что вот... Соответственно, я, мне позвонил дежурный командир батальона, я, что случилось, приехал. Все вроде в рамках правового поля, все, никаких вопросов, ничего. Ну вот сейчас... А это Росгвардия приехала, да? Нет, ППС. А ППС? Я думал, Росгвардия. Так, а тогда можно, вот Долматов, он вызвал оперативную группу, все-таки уточнить. Какой-то административный протокол в отношении меня будет? Я не выполнил какое-то требование его законное? Вот сейчас вы могли бы уточнить? Конечно, сейчас разберемся. То есть вы видите, что никаких нарушений законности не сохранят? Кстати, сотрудник Барышев фиксировал все мое поведение, и сотрудника Долматова. Они вот вместе вот были только что, он, наверное, вот остановил. Какие? У них есть видео. Сейчас мы весь. Меня вопрос волнует, я буду по 19-й оформлен или нет? Да что, Владимирович? Ну вот они считают, я есть за что это. Я считаю, что нет, сейчас ответ. Ну я готов понести законное наказание, если что-то нарушу. Но я считаю, что ничего не нарушил. Ну вы долго планируете здесь? Я так скажу, пока планируем. Нам нужно просто пообщаться, вот прям в присутствии общественности с Полухиным. Сотрудник Долматов считает, что я не выполнил его законное требование, я просто не оформлен. Я здесь как раз погода сегодня доверяет, чтобы не было коррупционных составляющих. Я здесь погоду сейчас немножко поставлю, посмотрю. А вот газон приехал, что оперативная следственная группа. Ну, не, она же приехала прям с вами. Что, инспектор, да? Меня волнует только, чтобы не получилось так, что я свалил отсюда, а в итоге меня должны были оформить. Я так не хочу. Я хочу, чтобы все-таки тогда Долматов сказал, я задержан или не задержан. Сейчас придет оперативно-следственная группа, мы пообщаемся. Сейчас я вымер. Просто приехали, глядите, у вас все спортивные ребята, все в майках, шортах, все приехали. Маска. Не по погоде. Хорошо, без масок. Да, без масок, хорошо. А так телосложение такое способствует это. Ну, мы же все законопослушные. Мы никогда ничего не нарушаем. Ну, стараемся. Мы не говорим, что мы святые. Я ни в коем мере не сомневаюсь. Стараемся, чтобы как минимум минимизировать, чтобы если это нарушение где-то присутствует в нашей жизни, они просто не осознаны. Ребята, почему он прячется? Он очень сильно боится.
Он очень... Я просто смотрю, он напуганный сидит в этой кибитке за компьютером. Девочки, мне приятно было с вами пообщаться. Спасибо за понимание. Но я все-таки по Долматову хотел бы услышать. Не волнуйтесь, вы езжайте, и мы разберемся. Я сейчас дежурному скажу. Мне сотрудник полиции сказал, что оперативную группу держать. Все, мы сейчас разберемся. Я со спортсменами тоже поздороваюсь. Здоровые, ребят. Чем занимался, видно сразу. Многим чем. Молодец. Спасибо за понимание. Пусть они далее работают. Никакого в отношении вас ничего составляться не будет. Мы еще чуть-чуть здесь побудем. Пожалуйста, 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 побудьте, пожалуйста. Я с вами тоже, если вы... Я абсолютно не против. С вами всегда приятно общаться. Спасибо. Сейчас помашем, посмотрим. Может, мы что-нибудь найдем. Может, наркотики, может, пьяного. Да, 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 да. Мы вот как раз вот в этом плане с удовольствием бы помогли. Левый ряд. Левый ряд. Быстро идет. Левый Вот при Евгении Петровиче, заместителе командира батальона, он же сегодня ответственный, какая работа пошла, просто отменная. Досматриваются, останавливаются все транспортные средства, проверяются на наркотики, на пьянство за рулем, на все. Работа просто закипела, то есть пост начал работать. Только достаточно было приехать к руководству. Дима, на него за тренировку, по федеральной базе, посмотрите, все, про ИВД регион. Самое главное впечатление у вас сложилось нормально, как люди работают, смотрят. Вот если бы они всегда бы так работали. Но вас же постоянно здесь не может быть. Должны до этого дойти. Мы должны до этого дойти. А когда Евгений Петрович ответит, всегда работают хорошо. Всегда работают. Потому что мы... Это когда вы здесь. Когда я вас приезжаю, нету, я постою час-полтора на каждом. Они вот это время расслабляются. Потом отдыхают, видно. Вы вымучиваете. Небольшой комментарий, что сейчас происходит и чем все закончилось. Сейчас 12 июля, час ночи. По каким-то причинам, ну, точнее, понятным причинам, административный материал у меня не будет составлен по 19-3 части 1, ну, потому что я ничего не нарушал. Соответственно, ну, это нам пояснили непосредственно руководство, прибывшее сюда на место, то есть Евгений Петрович Мурза, он сегодня ответственный, он же является заместителем командира батальона. Ну, ситуации никакой нет. Так интересно мне, чем Долматов реагировался, руководствовался. Скорее всего, личная неприязнь. А Полухин, ну, правильно, ваши вот, другие это вот черная метка для Полухина, это тебе. Мы тебе ее здесь оставим на посту. Ты вроде не хочешь получать, потому что ты как кролик спрятался и сидишь на этом посту, посмотри, что забился. Везет. Кто в фургоне везет? Что там везет? Забился на этом посту и... Не хочешь выходить гражданам, потому что ты знаешь, что где ты накосячил. Человек косяк. Все равно ты кривой поймаешься еще. Полухин, это метка для тебя. Забери ее, пожалуйста, не оставляй здесь. Дорогие друзья, такое небольшое послесловие. У нас, у граждан, практически инструментов, оружия никакого нет против противоправных действий сотрудников полиции. Но у нас есть камера и общественное порицание. И
мы этим должны пользоваться в полной мере. И как раз это видео носит характер общественного порицания. Мы вас просим, я лично вас прошу, порицайте тех сотрудников, которые вели себя противоправно, по вашему мнению. И напишите в комментариях, кто такой Полухин. Ну, понятно, что он не очень хороший человек, это мое субъективное мнение. Так вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто они есть. И общественно их порицайте. Покажите и распространите это видео, где только возможно. Только таким образом мы сможем хоть как-то на них влиять. Они очень боятся огласки и нашего гражданского человеческого мнения. Общественного мнения. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ну и вверх пальцы. Пока.